Добрый день, уважаемые товарищи офицеры. Я представляю Томскую региональную ассоциацию офицерского собрания. Это у нас совсем недавно созданная организация, которая пыталась объединить под своими знаменами общественные организации нашего региона. Ну, не совсем все удалось, но ассоциация создана, и мы работаем. И хотел бы поделиться мнением, то, что те передовые силы, которыми являлись и являются офицеры России, на сегодняшний день себя показывают очень инертно. В регионах вывести на какое-то мероприятие, собрать офицеров очень сложно. Они все сидят на сегодняшний день по кухням, рассуждают о неправильности политики, что так делают неправильно, армию разваливают. И только сидят и на кухне за бутылкой водки, за стаканом пива об этом обсуждают. А когда их призываешь выйти на митинг и высказаться в открытую о том, что происходит в стране, они находят кучу причин, чтобы туда не прийти. То у него огород, то у него теща заболела, то еще что-нибудь. И сегодня говорят много о том, что идти на выборы, не идти на выборы. Вы все, наверное, забываете, что у нас в преддверии, наверное, той ситуации, которая сложилась на нынешний момент, был принят закон о снятии явки на выборы. И это Единая Россия готовила под себя сегодняшнюю ситуацию. Сколько бы на сегодня не пришло на выборы хоть один человек, выборы состоятся. Поэтому мы не имеем права не участвовать в этих выборах и отдать свои голоса невольно Единой России. Независимо, за кого вы проголосуете на этих выборах, но вы должны прийти и проголосовать, отдать свой голос ЛДПР, коммунистам, справедливой России, но только не Единой России, потому что они подводят именно под то, даже то решение тандема, что они уже все решили, они толкают народ именно не идти на выборы. Они дают понять, что за вас уже все решили. И наша с вами сила в том, что мы должны показать им, что они не правы.